замечательные. Нашего великого архитектора, который на протяжении 40 лет владел этим особняком,
Поэтому сложилась традиция называть его особняком Александра Белого Добрилова. Здесь жили наши великие адмиралы. Адмирал Чичаков, адмирал Краббе. И впоследствии этот особняк был особняком Александра Павловича Брилова. Частенько здесь бывали господин Брилов, старший Александр Павлович, и младший Карл наш великий Брилов. Поэтому не случайно в нашей музыкальной гостиной сегодня такая замечательная экспозиция. И прежде чем мы перейдем к торжественной протокольной части наших сегодняшних событий, разрезанию ленточки, которая посвящена открытию выставки, я хочу предоставить слово нашему идейному вдохновителю, нашему директору арт-галереи «Брилов» Елене Ивановне Букреевой. Елена Ивановна, мы ждем вас с вашим приветственным словом. Огромное спасибо за ваши легкие аплодисменты. Это говорит о том, что вы очень внимательны к нам. Ну что ж, пока Елена Ивановна вызвала такси и едет, я сейчас вам скажу несколько слов еще о том, почему же все-таки особняк является особняком Александра Павловича Брилова. На самом деле, Александр Павлович Брилов жил на Галецкой линии дом номер 21, впоследствии известный дом Сюзура. А этот замечательный особняк был его доходным домом. Он сдавал его непоквартирно, а здесь жили наши великие адмиралы. Как раз адмирал Краббе и жил здесь, Александр Павлович сдавал для наших адмиралов. А левый флигель особняка занимал адмирал Зеленов. Сейчас там у нас отель «Брилов», 4 звезды, 3 здания. А вот Елена Ивановна вышла из нашего... Из нашего такси. У них же у нас эконом, потом есть какой еще вариант такси. Короче, есть бизнес-класс. Елена Ивановна, вам слово. Я прошу прощения, просто мне хотелось продемонстрировать этот прекрасный зал для наших художников. Мы очень старались, сделали ремонт. Смотрите, какие замечательные материалы повесили. Я просто бегала включать свет, чтобы в полной мере почувствовать эту всю красоту. И посмотрите, как замечательно смотрится эта выставка в этом зале. Все, кто заходит, это замиранием сердца, говорят, вау, только и слышу, вау, здорово, прекрасно. Это так приятно, ребята, вы такие молодцы. Приветствую вас на замечательной выставке. Копии известных мастеров особняка Брилова. Хочу заметить, что эта масштабная выставка проходит второй раз на этой площадке и вызывает восторг восхищения посетителей нашей галереи. Ваш огромный труд должен быть замечен на самом высоком уровне. Ко мне подходил человек-чиновник, говорит, нужно обязательно обратиться к нашим государственным мужам и попросить, чтобы все копиисты посмотрели, выбрали для себя любимые работы и попробовали скопировать и сдать их в государственные структуры. Потому что иногда картины забирают на реставрацию. Картина у нас путешествует по другим выставочным залам. И висит там лично. Здесь была такая-то картина. Там временная реставрация или еще что-то. Как было бы замечательно, если бы здесь висела копия картины. И все бы наслаждались этой красотой. Хотя бы так. Спасибо вам огромное. Работа над копией — большое искусство. Когда художник погружается в эпоху мастера, его секреты, условия, исторический контекст самой картины и сюжета, а творческие находки и искусственное попадание копииста — это истинная награда для коллекционеров и ценителей живописи. Хочу поблагодарить все школы копиистов, всех участников, кто здесь есть. Особенное почтение от нас студии и мастерской Алены Юрьевны Гаура. Алена Юрьевна, вы здесь? Вашу оценку ваших учеников. Мы все ходим, любуемся, видим, что их много. Скажите, пожалуйста, хвалите. Мои дорогие друзья, такое счастье общаться с настоящим искусством. И вы большие-большие молодцы, потому что мы являемся хранителями традиций. Хранители, которые завещали нам великие мастера. И это очень здорово. И мы овладеваем с вами идеи, именно восприятие этих чудесных вершин. Быть исполнителем – это очень здорово. Быть исполнителем мастерства – это потрясающе. Мы второй раз выставляем свои чудесные цветники. Мы видим и чувствуем, сколько сил, желания, видно, может
каждую минуту. Это очень здорово сейчас, во время цивилизации, во время изменений каких-то удивительных космических. Мы с вами, как главные, держим эти чудесные традиции, замечательные, и мы принесем следующим поколениям. Я считаю, это очень-очень здорово. Я всех поздравляю, желаю всем отваги и всем 5 с плюсом за отвагу, потому что это действительно очень здорово, когда мы берем и общаемся с великими мастерами, не боясь. И вы представляете, их души сейчас здесь, и они рады, и они толкают свои астральные тела и говорят: смотри, смотри, а ты помнишь, как я это писал? А ты помнишь? А ведь нас вспомнили. А век ты какой? А век 21. А время ты какое? О, солнечное затмение. А они, смотрите, выставляются, и это здорово. Благодарим за чудесное дефиле, которое возбудило нашу фантазию. И мы будем впечатлять этим, писать еще свои истории и наряжаться. И представляться, и писать друг другу. Быть художником, быть творческим человеком – это большое-большое счастье. Всем спасибо. Спасибо прекрасному Горловскому особняку за поддержку, понимание и весь вот этот вот чувственный накал, который он нам подарил. Спасибо. Выражаем благодарность за отличное подключение для развития пространства особня Брюлова. Награждается студия «Мастерская» Рида Долгова, член Союза художников и архитекторов. Вы можете поближе. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Мне вот очень много хочется рассказать о художниках, которые... о настоящих авторах, которые здесь представлены. Но... это займет очень много времени. Не буду, вы уже устали от первого мероприятия, поэтому коротко. В этих стенах вы видите прекрасные копии работ испанской, голландской, французской, итальянской живописи. Об этих художниках можно говорить бесконечно, можно восхвалять их труд, можно говорить о колорите, о цвете, об удивительном мастерстве. Яна Дэвиса де Хельмана, Луиза Мелендеса, не знаю, Караваджо, Микеланджело, Леонардо да Винчи, все что угодно. Вот и Вермеер, да, и вот есть у нас тут потрясающие художники, которые сделали не только натуральные копии, но они сделали комплимент, скажем так, в коже, например. Вот в коже у нас Богутская или Богутская. Кто-то еще там просто нарисовал своими силами, как мог. И мне безумно приятно, что вы находите в своей жизни время с такой любовью, с такой теплотой, с таким мастерством сделать эти прекрасные работы. Никто не понимает, как такое возможно. Честное слово, приходят и говорят: да мы не понимаем, как такое можно сделать в наше время. Вы волшебник. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Ну что ж, по традиции мы будем открывать сегодняшнюю выставку, которая называется «Копии известных мастеров». Я уже говорил, это замечательная игра слов. И те мастера, которые писали гоблики известные, и те, кто написал сегодняшние копии, это тоже известные мастера Петербурга. Пусть будет так. И, Елена Ивановна, хочу спросить, кого мы берем в... в разрезатели ленточки главного. В разрезатели ленточки мы возьмем постоянных участников наших выставок: Ирина Богатова, Светлана Бычкова или наоборот. Правильно? Теперь правильно сказала? Будьте добры, девушки. Одна из них представляла нам живые картины. Она здесь? Или она еще там? Там. Ну тогда давайте. Дадим вам честь разрезать эту ленточку. Вы у нас молодец, поклонник. Ha, 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 ha
Вадим. Да, это Леночка на память о том, что вы явились сегодня открытием первооткрывателя нашей сегодняшней выставки. Сегодня, кстати, достаточно такой серьезный православный праздник, Покрова. Дорогие друзья, еще раз всех поздравляю. Ну а сейчас абсолютно верно Елена Ивановна сказала, у вас была достаточно насыщенная программа в парадном зале. И по формату это у нас впервые, когда наш вернисаж предлагает такая объемная выставка живых картин в парадном зале. И, конечно же, немножечко мы свою протокольную часть решили сократить, дабы вас не утомлять. И вы все уже слегка утомленными дождались в финале бокала шампанского и уже присев на кресло наше, оглядя выставку, сказали, что ну ладно, остаюсь, никуда не пойду. Кстати, сегодня один из теплейших дней, 3 часа дня, уже наступило 16 градусов, несмотря на дождь, ну а дальше уже все пойдет ближе к зиме, поэтому сегодня, в принципе, самый теплый осенний день. Ну что ж, дорогие друзья, хотелось бы много пошутить, развеселить вас, рассказать что-нибудь интересное, но мы движемся по протоколу в хорошем смысле этого слова. И очень важным событием открытия нашего вернисажа является представление и награждение всех авторов, копиистов, которые сегодня здесь присутствуют на этой выставке и присутствуют в нашем зале. По программе нужно было пригласить нашего гостя, прочитать все названия картин, потом авторов, которые, так сказать, были первопроизводителями этих картин, потом того, кто сделал эту копию, но, к сожалению, учитывая, что у нас 39 авторов, все это затянется достаточно долго, я думаю, что технически вам будет немножко сложно. Поэтому, с вашего позволения, у нас распределился сегодняшний наш праздничный, поздравительный момент таким образом, что мы приглашаем на наш авансцену рояля 10 авторов, награждаем их, и после этого мы делаем небольшой творческий подарок для вас и продолжаем награждение. Таким образом, до 6 утра. Итак, сразу же хочу сделать, как говорится, маленькое проповедь перед тем, как я объявлю. У человека самое дорогое фамилия и имя, и, конечно же, отчество. Поскольку со всеми авторами я не лично знаком, вполне вероятно, что я могу перепутать ударение. Просьба вас отнестись к этому снисходительно, и, если чего, очень громко, душераздирающе меня поправить. Итак, судари и сударыни, я объявляю первую десятку наших авторов, которые становятся сегодня в этом зале. Приглашаю Сократилину Марину. Мариночка, подходите к тебе, ладно? Ну, все-таки скажу, Айвазовский, «Корабль берегов». Отгадал? 1-0. Итак, Медведева и Елена, прошу вас. Винсент Ван Гог, «Звездная ночь». Если я все прочитаю. Бакунская Людмила. Людочка, можно мне прочесть название вашей работы? Марсия Балкова. Видите, я же попросил свои аплодисменты вашей энергии. Предмет выставлено 3 работы. Цибулин Евгений. Прекрасная картина и Репина «Нищая». Вот здесь как раз напротив нас. Если господин Цибулин, то он у нас, так сказать, частенький гость, поэтому мы вручим диплом чуть позже. И Григорьев Игорь. Селедка и лимон. По работе Серебрякова. Спасибо огромное за аплодисменты. Они будут переданы Игорю. И Жорцева Лариса. «Морской закат» по мотивам автора Федорова. Шведова Кира. Портрет Башилизы Дель
Рамон Блок. Проходите, где наш разговор? Проходите. Я называю ваши работы. И натюрморт серебряной вазы. Корякина Марина. Жанна Эгютерн, шляпы и ожерелье. Лычникова Софья. Друзья, прошу вас слушать. Вавилонская башня. Авторская копия Питера Брейгеля, старшего. Степанова Татьяна. Морской пейзаж. Копия датчика. Браво, поздравляем вас. И Николаева Людмила, натюрморт с блюдом фруктов. Копия Шабахтина Ивановна на фотографию. Первая команда наших творческих. Женщина, вы задали. И талантливых художников перед вами. Спасибо вам огромное, ваши бурные аплодисменты. Ну и сейчас, как я обещал, мы сделаем дальше награждение или разбавим нашу историю небольшой. Давайте немножко разбавим большим музыкальным подарком. И я думаю, что именно в этих сценах это звучит особенно прекрасно. И вашим услугам. Так, что же я такое сказал? Что значит вашим услугам? На сцене Ольга Никиточкина, лауреат Всероссийской премии «Лучшая певица года 2023, город Златогорск». Прошу вас. Ну, конечно же, Оль, какой мы сегодня предложим нашим гостям? Мужчина, уйдите. Добрый день, дорогие друзья. Я поздравляю вас сегодня с этой прекрасной выставкой, прекрасной картиной. Конечно же, искусство, оно вечно. Что на холстах, что в музыке, поэтому для вас замечательное романсовое исполнение сегодня в этот прекрасный день. Thank you.
никогда. Можно я еще спою? У меня есть еще один романс. Пожалуйста. Это даже не романс, это песня, которую вы все прекрасно знаете. Кто знает слова, тоже подпевайте. Сегодня, видимо, погода такая. Мне совсем не надо. Снова замерло все до рассвета. Древний скрипит и вспыхнет огонь. Только слышно на улице. Рулева Наталья в поисках тайны долины.
Синицкая Юлия, натюрморт с фруктами, Георг Йоган Ван Ос. А Василий Константин, объезд на охоту. Глядевшая Лариса. Да, пожалуйста. Натюрморт с ветчиной, яйцами и соусом. Очень сельский, очень гастрономический, специально для нашего ресторана. Итак, Кузина Ирина, фруктовый натюрморт со сливами, виноградом, грушей, кружевкой, котелок, смородной вишней и кукурузой. И еще, кстати, 7, работ 7 год. Митроченко Елена. Леночка, ледяные горы в Антарктиде, Айвазовский. И еще две работы, цветы и сирень. Виноградова Нина. 4 работы, портрет итальянского адвоката Франческо Аскальи. Портрет Бориса Домара, натюрморт с цветами, фруктами и девочка с гранатами. Третьякова Вера. Копия художника Сатаса. Так, правильно. Полко Ольга. Сестры Соломон. Каджус Татьяна. Под жарким солнцем Валенсии. Крокина Людмила. Натюрморт с виноградом, дары природы и половина дыни, гранат и другие фрукты на мраморном столе. Рау Татьяна, пламя мага в прибрежных скалах. Исаева Надежда, Асуар Утро, Альберт. Кузнецова Елена, натюрморт с серебряным бокалом. И картина с фруктами. Еще назад картину. И Шуркина Елена, цветы в вазе. Елена с нами уже давно, и она может коллекционировать наши награды. Коновал Ратамара. Да, хорошо вас, вы тоже наш старый добрый друг. Верховцева Жанна. Богданова Светлана, девушка с жемчужиной и сережкой. Тихонов Владимир. Владимир. А вы обратите внимание, вот там справа витрина с такими прекрасными миниатюрами. Это все работа Владимира. Вот там наша подсвеченная витрина с миниатюрами. Спасибо вам, Владимир. Битых Вера. Голова девушки уже. И Щербакова Евгения. Девушка, играющая с кошкой и собачкой. Отлично. Ваши аплодисменты. И Ивана, кто у нас еще и остался диплом? Курченкова органа или тоже нет? Ой, извините, это было не для нас. Уважаемые друзья, дорогие мои, давайте мы немножко ставим больше в каре. Да. Сделаем на фотографию. Я хочу вас, не знаю, известить, что наградная часть окончена. Все наши участники получили дипломы. А кто не был и не получил, конечно, до них это обязательно будет повесено, поставлено и принесено, как угодно. Вытягивайтесь сюда, вытягивайтесь туда, проходите. Да. Двигайтесь, чтобы меня все повестились. Валентин Петров, я как истинный джентльмен
Конечно, да, при том были написаны очень круто, но, видимо, у меня уже взрослели, я тоже в очках. Вот Мадонна Пилигрима, прачка Франсуа Ленуан, прекрасная кухарка, игроки, это все копии госпожи Григорьевой Ваницыны, наши прекрасные гости сегодняшнего вернисажа. Ну что ж, ну, давайте мы закончим красиво фанфарами награждения наших участников. Ну, наконец-то! Нина Виноградова! Удался момент, что я тебя снимаю около твоих картин. Как картина называется? Слева мальчик. Мальчик с кисточками. Мальчик? С кисточками. С кисточками. Он художник. А справа мужчина. Адвокат Аскания. Это картина Брюлова. Карла. Адвокат Аскания. Понятно. И у тебя, ты говоришь, есть третья картина, мы туда подойдем. А третья картина у меня исполнена в пастеле. А девочка с гранатом. Понятно. А это вручили диплом. Ну, повыше вот так вот. Что это ты с дипломом? Есть диплом. Подожди, вот так вот. Да. Диплом награждается участник выставки копий известных мастеров. Виноградова Нина Анатольевна. Ну, слава богу. Ура! Вот такой фрагментик будет. Видеофрагмент. Здесь высоковато. Висит какой-то мальчик. Как он называется? Это девочка. С гранатом, да. Как называется? Девочка. На камеру скажи мне. Девочка с гранатом. Девочка с гранатом. Да. Я увидела сейчас и девочку с волосами, и гранат. Ну, у нее такая вот рука. Иранская такая одежда. Понятно. Ниночка, это твоя работа еще третья. Да, ну видишь, какая ты молодец. Я не знаю, уже сколько лет. Слушай, сколько лет уже ты участвуешь вообще здесь? Здесь? По-моему, ну лет 5, наверное. Молодец. Постоянный, не скажешь постоянный клиент, а постоянный соучастник. Да. Yeah.
Спасибо. Небольшая импровизация. Спасибо. Поднять настроение, дорогие друзья. Несмотря на то, что у нас за окном такая пасмурная погода, но здесь у нас очень тепло, уютно. И я хочу спеть еще для вас один замечательный романс. Очень страшно.
Thank you.
Сейчас перейдем к афишам. Там наверху еще Женя, на девочка с собачкой, кошечкой. Да, надо было. Ну, сейчас она покажет. Так, Нина, скажи, как твоих подружек зовут? Как твоих подружек зовут? Это Томочка. Томочку мы видели уже не первый раз. Это Женечка. И Женечку тоже. Все художницы. Все художницы. Все умницы. Да, молодцы. Отличница. Молодцы. Ну что, ваша работа как называется? Это лабурио наверху. Это ученик Айназовского. И супрадорис. Что-то отсвечивает, конечно. Суходольский, живописец, аллегория живописи. Кстати, находится в Русском музее. Вот так. Но да? Я ее там не видела. Да? Может быть, где-то в запасе. Вообще она десюдефор, это надверное. Мы как-то мимо проходили. В общем, надо будет поискать. Да задание сам себе, да?
Понятно. Ну ладно, все замечательно. И здесь можно мне рукой помахать. Привет! А вашей ручки не видно? Нина, головку повыше, а то на уголочке торчит. Выйди из... Чуть-чуть выйди. Вот так. Ну, хорошо. Это мы у афиш. С ума сойти. Кофе. Живые картины. Мы тоже живые. Женя. Во-во. Ну, ладненько, все хорошо. Давайте. Сейчас, секундочку.